Ванильный, тогда тебе. Спасибо, слушайте, не надо. Какой-то банан воняет. Понюхай. Ой, да. Да не воняет, он тебе кажется. Понюхай. Это называется, в будущем оно будет... Черный банан. Да. Называется какашки с утра. Не, называется у кого-то понос. Такое издевательство это мы придумали. Это наше фирменное блюдо. Называется банановый какао. Или какао. Так мы назвали, может название какое-то давали? Ой. Надо вспомнить. Банан в виде негра. Из Африки, бананы из Африки. Негрозный банан? Ой, это будет жестоко. Негрозный. Так, это что, выбрать? Можно в кулек прям закинуть, да? Ага. И, а зачем кулек тогда возьму? Чтобы было компактно. Можешь на паузу нажимать, когда неинтересные моменты. Это... Почему? Ты когда с катаной шаришься, тоже интересно. Кругляшок вниз. Кругляшок вниз? Да? Ой, Оля, тут мусор забить. Ну, да. Я пока поставлю, сюда мусор скинем. Вот эту штучку вниз. Я поняла. Ну, пока еще нормально. Вот у нас есть бананы. Это они в начальном виде таком. Мы их сейчас приготовим. Оля, я сейчас запорою. Запорую. Ну, молодец. Как это с банана мыть надо? Ладно, ладно. Ты банан подняла? Я его помыла. Гля. А. Давай. Давай, попробуем. Да. Оригинально. Очень. Угу. Блин. Доедать буду? Давай. Спасибо, я не хочу. Можно, да, банан? Да. Зато можно реакция. Мы делаем себе харакири. Харакири, аля. А что надо как-то туда? Ну да, покажу харакири самое главное. Аня, с другой стороны. Насквозь, типа, аля. Аля, хазба. Келли Миналук.